Ташлу приехали сотни паломников, чтобы поклониться иконе Божьей Матери, избавительнице от бед. Нерукотворной святыне 95 лет. По словам верующих, образ творит чудеса. Родник, забивший на месте обретения образа, исцеляет. Искупаться в источнике и по традиции пройти под иконой во время крестного хода удалось и нашей съемочной группе. Эта икона появилась за 2 недели до Октябрьского переворота в селе Ташла. Местная жительница во сне получила знак. В земле неподалеку от села хранилась икона Божьей Матери. Святыню откопали, а на том самом месте забил родник. С тех пор к нему за целительной силой едут со всех уголков России. Чувствуем себя очень бодро, хорошо и на самом деле исцеляет. Злость, ненависть, зависть, все остается у нас здесь в воде. Вода хорошая, она как серебряная, чай сворачивается, как молоко. А так вода долго стоит, и цветы растут, и пьешь. Для Виталия и Елены Гулеевых паломничество к Ташлинской иконе стало семейной традицией. Говорят, она помогает не ссориться и надеется, что в скором времени подарит им долгожданного первенца. Когда ты пришел к Богу, да, это была первая икона, первый источник. То есть как бы такой и день рождения в этот день. То есть как бы вот это наша икона, можно сказать, образ Богородицы, избавительница от бед. Путь к чудотворному образу 7 лет назад открыла и Мария Салтанова. Просила не за себя, за внука. Внук у меня болел. Вот все врачи сказали, все, нечего тут лечить. И вообще дали даже инвалидность. И вообще сказали, даже долго жить не будет. И когда я пришла, и мы все это рассказали отцу Николаю, привезли внука, да, молились всей семьей. По мнению священнослужителей, секрет исцеления – в вере. Усердной молитвой, верой и надеждой, любовью нас, православных. Вера – голова всем добрым делам. За верой надежда идет, надежда, надеемся на милость Божию. За надежду, любовь. Православные верят, ташлинская заступница и спустя 95 лет со дня своего явления не оставляет село. Иногда над источником появляется ее лик, а на часовне встает радуга. Алена Алешина, Дмитрий Столяров, Новости губернии, Ставропольский район.